Станочник — это токарь,
также фрезеровщик и сверловщик. Это властелин станка, знаток любых металлов, гений обработки материалов. Это властелин станка, знаток любых металлов, гений обработки материалов. Как всегда к станку токарь встал, он умело режет металл. Мы сейчас вам все разъясним, токарь незаменим. Что умеет токарь, это чудо, сказка воплощенная в металле. Заготовку ставит, повернет ее умело, и работу выполняет смело. Заготовку ставит, повернет ее умело, и работу выполняет смело. Как всегда в станку токарь встал, он умело режет металл. Что угодно мы создадим, токарь незаменим. Где же нужен токарь, нужен всюду, на заводах родины любимой. Он страну свою великую трудом прославит, сделает ее непобедимой. Страну свою великую трудом прославит, сделает ее непобедимой. Как всегда к станку токарь встал, он умело режет металл. Мы традиции сохраним, труд наш необходим. Еще одна очередная Лерочка в очередном новом леркодержателе. Но не было у меня большого такого диаметра. Так что если вам нужны леркодержатели, их можно делать не обязательно с кругляка. Их не обязательно делать с кругляка, их можно делать просто-напросто с шинки. Так что отнесем этот изделие в рубрику, наверное, когда токарю скучно, да, или когда токарю делать нечего. Ну, по аналогии с котом, которому делать нечего. Он железяки шлифует. Да. На этом всем пока и до свидания.